Привет! Вы смотрите обучающий курс по Arduino. В ходе этой серии уроков вы научитесь работать с контроллерами Arduino, на уровне которой будет достаточно для самостоятельной реализации многих проектов. Вы узнаете, как настраивать окружение для работы, как программировать контроллеры, будете разбираться в базовых терминах и понимать главные принципы программирования. Благодаря этому вы не только соберете предложенные нами устройства, но и сможете придумывать свои. Этот курс для начинающих, и мы допускаем, что вы никогда раньше не программировали контроллеры Arduino. Здорово, если у вас был другой опыт программирования. Он вам пригодится. Однако и в случае отсутствия такого опыта, уверяем, что у вас все получится. Главное, внимательно следуйте нашим указаниям. В комплекте с набором есть прекрасная книга. Это место, где довольно подробно, но в то же время компактно собран учебный материал. В видеоуроках мы будем дополнять его собственными рассуждениями с дополнительной информацией. Проходить курс по видео однозначно легче и быстрее, однако рекомендуем пользоваться и книгой. Некоторые вещи обязательно будут забываться, и чтобы быстро восстановить их в памяти, удобно пользоваться именно ею. В начале каждого урока есть QR-код со ссылкой на соответствующий урок сайта набор.trema.ru. Там вы найдете необходимые материалы для каждого конкретного урока. Там же есть и финальный код. Однако мы крайне не рекомендуем вслепую копировать его и использовать в своих проектах. Ведь для того, чтобы действительно научиться программировать, нужно писать код самостоятельно, совершать ошибки и исследовать их. Это единственный способ научиться программировать. В общем, старайтесь решать задачи самостоятельно. Это тяжело, но интересно и очень полезно. Ну что же, давайте начинать и переходить к настройке среды программирования.